В 10-м лицее вот уже несколько лет работает студия «Юный энергетик». Старшеклассники охотно ходят на занятия, ведь преподают здесь ведущие специалисты Одинцовских электросетей. В прошлом году ребята стали обладателями премии губернатора «Наше Подмосковье», а сейчас они участвуют в новом всероссийском проекте «Вместе ярче». Мы накидали такую программку, где энергоэффективность не то, чтобы, знаете, как бубнить, вот, что вот там выключайте лампочки, там используйте вот хорошие лампочки, а плохие не используйте. Это на самом деле такой клубок из юридических, экономических вопросов, исторических даже. То есть, что энергоэффективность – это просто… Если бы мы не были энергоэффективными, человечество бы не выжило в свое время. В рамках проекта «Вместе ярче» лицеисты провели открытые уроки в разных школах Одинцова. Главная тема – энергоэффективность. Энергоэффективность – это одно из самых важных понятий в принципе. Также это очень хороший опыт для меня и для девочек, которые проводили эти уроки, потому что не каждый день у нас получается провести уроки у младшеклассников. Мы фактически сегодня выступали в роли учителей, которые просвещали непросвещенных на тему электричества, откуда оно взялось и как его рационально использовать. В 11-й гимназии группу юных энергетиков встретили восьмиклассники. Они внимательно слушали доклад о том, как нужно относиться к электроэнергии. Узнали правила безопасного обращения с электроприборами и получили ответы на все свои вопросы. Когда дети преподают детям, это очень интересно, когда и узнаешь новую информацию от человека, который близок тебе по возрасту и по интересам. Лицеисты прекрасно справились с ролью учителей. Уроки в такой форме будут проходить и в дальнейшем, говорит руководитель студии «Юный энергетик». Дети быстрее усваивают информацию, когда получают ее от своих сверстников. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».